Нижегородская область наряду с Москвой и Республикой Татарстан стала первой, где стартовала учебная программа «Теннис как третий час урока физической культуры» в школе с 1 по 4 класс. Глава региона, как ярый поклонник этой известной игры, посетил одно из первых занятий в лицее номер 165 в Нижнем Новгороде. Мы вместе с Федерацией тенниса Нижегородской области и с Ассоциацией школьных видов спорта договорились о том, что в трех школах в каждом районе города Нижнего Новгорода будет вот такая программа «Большой теннис» как третий урок физкультуры для первых и четвертых классов. Итого 8 районов, 24 школы начинают эту программу. Первая ввела такую программу добровольно, школа номер 3 в городе Кстово. Теннис, ранее считавшийся очень дорогим и элитным видом спорта, благодаря этой программе становится доступным. Сейчас внедрение уроков по теннису в нижегородских школах происходит либо в рамках существующих школьных часов, отведенных на физкультуру, либо в рамках факультативных занятий. Окончательное решение принимает руководство образовательного учреждения. В лицее номер 165 уже закуплен весь необходимый инвентарь. Валерий Шанцев провел мастер-класс по игре в теннис с нижегородскими лицеистами. Ну, я в теннис играю давно, и вот сейчас, ну, минимум два раза в неделю я играю, правда, не могу сказать, что подолгу, где-то в пределах часа. Это очень хорошая нагрузка, очень хорошее времяпрепровождение. Между тем, теннис способствует развитию ловкости, развивает у ребят координацию, внимание и улучшает общую физическую подготовку. Сегодня, благодаря решению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и одобрению Министерства образования Российской Федерации, большой теннис, он становится доступным для всех категорий. И очень здорово, что эта программа сегодня начинает свою реализацию именно в общеобразовательных организациях. Специалисты также отмечают, что этот вид спорта формирует у ребенка такие качества, как стрессоустойчивость и целеустремленность. Детский теннис учит оперативно принимать решения, ведущие к победе. Этот вид спорта растит будущих лидеров.